Сегодня у нас маленькая посылка. В посылке у нас, как обычно, традиционно спортивное питание. Здесь у нас должен быть карнитин с этим, как его, с экстрактом зеленого чая или лимона. Сейчас я почитаю. 60 капсул у нас тут. Так, в состав у нас входит витамин В1. Так, витамин В1. Еще что ли? Витамин В1, карнитин. Так. Экстракт зеленого чая. Карнитин у нас тут в одной таблетке 1000 миллиграмм. Это достаточно хорошая концентрация. Зеленого чая у нас 300 миллиграмм. Витамин В1 у нас в одной таблетке 1,1 миллиграмм. Так. Фирма называется FitMax. Сейчас я открою. Хочу посмотреть, какие там таблетки. Так вот это открывается. Вот такие вот немаленькие таблетки. Я до этого пользовался карнитином Олимп. В принципе, доволен. Всем спасибо. Ставим лайк. Пока.